С таким чудом, как вестерн-седло, я знакома только заочно. То есть через чтение, видео, какие-то блоги людей, которые используют вестерн технику в езде на лошади. И я хотела попробовать для моей лошади, так как в основном она мне нужна для того, чтобы делать на ней прогулки, вестерн-седло. До этого я видела вестерн-седло в Ливане в продаже, но они были очень большие, даже просто по взгляду на них. И вот, наконец-то, я увидела седло небольшое. Но хотелось бы, конечно, спросить у людей, которые разбираются в таких седлах, нормально ли оно и гармонично ли оно смотрится на Альвард. Там был пад достаточно плотный, толстый, и сейчас я положила седло и не очень сильно затянула подпругу без пада на голое тело лошади. Возможно, это как-то укажет на правильность его положения. Всем большое спасибо за внимание и за советы.